Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои краткие видеообзоры разных сортов перца. Раз уж нам попался сейчас на глаза перец сладкий банан, вот в предыдущем ролике я вам рассказывала, что у меня есть такой же желтый слон, с такой формой, я расскажу об этом перце сладкий банан. Вот перед этим я рассказывала лимонное чудо, и там написано, что он 1 метр высотой вырастает, а в теплице он будет еще выше, 1,20 м, 1,30 м, даже 1,5 м, то вот этот сладкий банан – это полная противоположность. Указана высота 50-60 сантиметров, значит, он будет в 2 раза меньше, его рост. И скороспелый. Сейчас я прочитаю, что о нем написано. Вместе прочитаем мы. Скороспелый 105-110 дней. Сорт для пленочного грунта, для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение сильнорослое, высотой 50-60 сантиметров. Плоды узкоконические, слаборебристые, длиной 15-17 сантиметров. В технической спелости кремово-желтые, в биологической красной массой 100-135 грамм. Толщина стенки 5-6 миллиметров, с тонкой нежной кожицей и сладкой сочной мякотью. Вкусовые качества очень высокие, ценность сорта раннее и обильное плодоношение. Продолжительный период сбора высококачественных плодов рекомендуется для употребления в свежем виде и всех видов кулинарной переработки. Вот если предыдущий сорт у нас был высокий, то этот будет невысокий, но растение будет мощное, сильно рослое. Сладкий банан, вот у меня точно такой же есть, желтый слон. Я показывала уже в прошлом году его. Обычно вот эти перцы, они самые-самые сладкие. Они вот такая форма, не очень удобна для фаршировки. Ясно, что туда наталкивать фарш, набивать фаршем очень неудобно. Вот это нижние стеночки, они очень тонкие, и туда вообще сложно. Он фактически будет у вас наполовину пустым. Но для еды, для салатов... Просто, даже не в салате, а просто так есть. Я уже вот говорила, что у меня сын ест как вместо яблок. Они до того сладкие и сочные. И вот выбирая сорт сладкий банан, вы должны понимать, что для фарширования он вам не подойдет, но для получения раннего урожая, так же как венти, это идеальный сорт. Плоды вот такие, вот такой форме, конечно, на зиму. Их заготавливать, наверное, ни у кого не приходит в голову, потому что их обычно съедают в течение лета. Заготавливать будем потом более поздние сорта. Но для салатов, для употребления в свежем виде идеальный сорт. Все, до свидания. Вот это был обзор краткий перца сладкий банан.